очень престижную премию в нашем городе. И вот сейчас я хочу спросить, скажите, пожалуйста, что вы чувствовали, вот когда вы получали эту премию? Знаете, я хочу сказать, мне, конечно, очень приятно, и хочу поблагодарить за то, что вы берете у меня сейчас интервью, и я с удовольствием поделюсь своими впечатлениями. Знаете, я практически не успела даже испугаться, потому что у меня была еще работа, я делала показ. Мы сделали очень красивую коллекцию. Это действительно была бомба. Это восхитительная коллекция, она связана была с Испанией. Действительно было здорово. Поэтому я была настолько увлечена еще работой. Но вот когда я уже пришла домой, принесла вот эту вот награду, поставила вот эту тарелку с надписью «Анна Овчинникова», там, значит, известные люди в городе. На утро я встретилась с мамой, и она на меня смотрела такими глазами и говорила: «Доченька, ты моя, неужели это все, это ты, вот как я рада за тебя». Когда уже стала волноваться, принцип вода, огонь, вода и медные трубы. Я, конечно, очень благодарна городу, этой премии. Я думаю, что это не последняя премия в моей жизни, но она очередная ступенька для того, чтобы что-то творить. У меня всегда в жизни, если я что-то делаю, я делаю на 5. Конечно, это лишние крылья, которые даются на вас, на то, чтобы творить дальше. Расскажите, сложно ли дарить красоту окружающим? Приятно. Мне кажется, у нас лучшая работа. Ну, я понимаю, что вы достаточно недавно работаете на рынке, и я думаю, что очень многого уже успели достичь. Лауреатом премии в номинации «За вклад в развитие индустрии красоты» становится «Единый центр индустрии красоты». Мы всегда готовы помочь владельцам бизнеса во всех аспектах. Ну, как вы считаете, на сегодняшний день ресницы наращивать стали больше, меньше? Наверное, пользуются услугами каждая вторая, третья девушка в Петербурге, поэтому мы сделали огромный шаг вперед. Скажите, сложно или просто ли быть открытием года в Санкт-Петербурге? Я счастлив, что не ожидал. Мы желаем вам из года в год становиться лучшими в своей деятельности. Добрый вечер, дорогие друзья. Открылись действительно не так давно. К этому шла несколько лет. Давайте поддержим. Ирина волнуется, и я думаю, что это ее первая награда студии. Надежда, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте всем. Я очень рада, что оценили мою работу. Хочу поблагодарить организаторов данной премии. Спасибо всем. Получил эту долгожданную награду 20 самых красивых, успешных вещей Санкт-Петербурга. Ирина, что вы чувствуете? Ну,
Ну, меня пригласили поучаствовать, да, но вот именно что будет церемония награждения, такой приятный сюрприз. Я очень благодарна за столь высокую оценку. Что вы скажете девушкам, как им отлично выглядеть на Новый, вернее, сам Новый год? Сам Новый год? Ну, конечно, визаж, прическа имеет большое значение, но самое главное – это счастье в глазах, когда душа ликует и поет. Был очень значимым для меня. Вдвойне приятно, что город Санкт-Петербург богат не только культурным наследием, но и красивыми женщинами. Друзья, я готова представить вам Снежану Баранову. Это одна из самых красивых женщин Санкт-Петербурга. У нее масса титулов. Но в первую очередь я хочу сказать, что именно сегодня, здесь и сейчас она получила чудесный титул и вошла в самых успешных и самых, я бы добавила, красивых людей Санкт-Петербурга. Мы вас поздравляем. Как сохранить, как умножить, как увеличить вот такой неземной красоту? Что самое главное нужно помнить, знать и делать девушке? Для меня красота – это моя прямая обязанность. Важно с тобой забывать, что она первая женщина. Чаще улыбаться. И красота, она, конечно, может быть. Приятно очень было слышать. Спасибо. Надеюсь, что вы будете нести эту красоту еще долго и долго.